Когда мне холодно и нет вокруг огня, и у костра порой нет места для меня, дай встретить мне, Господь, не тех, кто даст тепло. Пошли навстречу тех, согрею я, кого. Открой глаза мои, чтоб видеть, и тогда не человека, но дай видеть мне тебя. Тогда я голоден и в жажде изнемог. Я не о сытости молюсь тебе, мой Бог. Мне покажи тогда того, кто хочет пить. Мне покажи, кого бы смог я накормить. Открой глаза мои, чтоб видеть, и тогда не человека, но дай видеть мне тебя. А если скудости наступит вдруг пора, не дай забыть тебя, Господь, мне и тогда подать просящему томимому нужду. Ведь это ты в лице его передо мной. Когда крест мой станет слишком уж тяжел, не станет тех, кто рядом бы пошел. Ты сам утешь и мою душу поддержи, и покажи, кто так нуждается. Когда забуду, на Голгофу я взглянуть, ты сам напомни, до Голгофы мне свой путь. Мой добрый пастырь, мой спаситель Иисус, мольбу сердечную услышь тебе, молю. Сердечную услышь тебе.